«Тепло вечной мерзлоты». Легендарный спектакль открыл 23-й сезон бриллиантового цирка Якутии. Представление с национальным колоритом покоряет сердца зрителей вот уже пятый год и вновь ждет любителей цирка. Артисты государственного цирка, участники международных цирковых фестивалей после летнего перерыва готовы удивить и порадовать своих зрителей. На первом представлении нового сезона побывала Марианна Кутукова. Извечная тема любви и ненависти, добра и зла, жизни и смерти в центре сюжета спектакля «Тепло вечной мерзлоты». На арене цирка все лучшие номера. Акробаты на матчах и кольцах, жонглеры, чудеса джигитовки, веселые клоуны, дрессированные животные. Грандиозное оформление и костюмы создают волшебную атмосферу севера. Это вообще гастрольный спектакль, который объездил по всей России. Вот они сейчас опять уезжают в октябре месяце на гастроли. И перед отъездом для нашего зрителя в честь юбилейного года, юбилей нашего города, показывают этот спектакль в полном его объеме, какой он и есть. Мне больше всего понравилось, как семи шариками жонглировали. И больше всего, конечно, клоуны понравились, потому что они всех смешили, поднимали настроение. Как животные дрессированы? Хорошие. Такие умные. Эксклюзивное шоу ждет любителей цирка в 15 часов каждое воскресенье сентября. Это значит, артисты покажут спектакль еще два раза. В скором времени намечаются гастроли по России, и дальше к Новому году должны приехать в Беларусь. В середине октября у нас намечается, то есть приезд бурятского цирка. То есть зрители города Якутска и гости столицы тоже могут прийти посмотреть на искусство бурятов. Стартовавший 23-й сезон обещает быть интересным. В октябре в цирке также покажут спектакль «Царевна Несмеяна». Затем впереди череда новогодних программ и подготовка большого этноспектакля «Шаман». Марианна Кутукова, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.